Марго, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая Зарочка. Мы вас приветствуем. Спасибо. Спасибо за то, что приходите нас снимать уже много лет. Спасибо Садовод ТВ и всем девчонкам России, которые у нас заказывают. Вас встречает Марго в наряде уже предзимнем, так сказать. Да? Это моя собственность уже. Все, что на мне надето, у нас это есть в продаже, девочки. Обращаем внимание, юбка сделана из спандекса. Очень комфортная. Она на поясе, да, карманы. Здесь имитация ширинки, но ширинки нет. Очень сзади тоже два кармана. Длина миди, вы видите, да, середина икры. И внутри, конечно, я и рубашки у нас эти есть. Внутри я надела рубашку и вот такую кофточку. То есть я вся, как я говорю, да. Вот, это такой уже как более осенний, да, и цвет, и все, и дубленочка на мне. Юбка стоит такая 4500, такая кофта 3500, девчонки. И рубашка тоже, по-моему, 3500, если мне не изменяет память. И такая дубленка стоит 9500. Она идет в размерах от 44-го. До 54-го, девчонки. И еще есть в другой расцветке, в черной. Но не взяла в руки. В Телеграме все есть у нас. И единственное, я не сказала приветствие, да? Я сразу перешла к делу. Но это может быть и хорошо. Я покажу вам сейчас дубленочку и скажу, где мы находимся. Вот такая еще. Очень теплая, девчонки. Сегодня довольно-таки прохладно. Ну, она, конечно, не на 25 градусов, вот, но она довольно-таки теплая. Хотя мех это искусственный, сделан под натуралку. Вы знаете, сейчас эко-шубки рулят, и эко-дубленки тоже рулят, да? Я что хочу сказать вам, девчонки, находимся мы в торговом центре «Салют». У нас немножко, Зарочка, получилось смазанное приветствие, да? Вот, который находится, торговый центр находится на территории рынка «Садовод», 14-й километр МКАД, город Москва. Вот, и, девчоночки, всем огромнейшее такое, как небо, спасибо за заказы, за то, что вы присылаете нам свои просьбы, мы их выполняем, все довольны, и мы тоже за вас рады. В общем, сегодня, как всегда, у нас лайт цены, потому что вы знаете, что Марго занимается лайт-ценами, Виктория снимает уже товар вновь поступивший. Начнем, наверное, что с брюк. Свой образ я вам рассказала. Вот, ну, он не в распродаже. У нас уже есть Дед Мороз Степан. Он уже вас тоже приветствует, потому что до Нового года осталось совсем немножко. Это теперь наш талисман до самых рождественских праздников. Потом будем уже к весне готовиться. Девчонки, все брюки, которые я вам буду показывать, они все стоят 2500. Это джинса осенняя. Ну, вы знаете, да, кто-то в машинах, кто-то сильно плотное не носит. Эти до 54 размера, они со стречем. Вы видите, сразу показываю, да. Расцветки какие, длина. Ну, вот у меня 1,68 м длина, чтобы вы ориентировались. По мне, у меня маленький каблучок, но вы наденете ботинки, будет прекрасно. 2500. Смотрите, девчонки, не упускайте свой шанс, потому что мы знаем, что сейчас ценник везде, вы знаете, уже ползет вверх, как всегда. У нас все дорожает, только зарплата не увеличивается. Вот такие брючки. Обращайте внимание, до 54 размера, 52 будет великолепно, но они разные, есть без стреча. И те я вам показала, они со стречевой ниткой. Смотрите, 2500, потому что девочки говорят, называйте размеры. Если я буду распродажу, да, называть размеры, девчонки, я просто не успею вам все показать по вашим замерам. Здесь джинса плотная, но стреча нет. Вот тоже до 52 размера. Если я говорю до 52, значит с 48 по 52 размер. Смотрите, там еще такие белые карманчики. Вот это все джинса, девчонки. Вот, смотрите, обращайте внимание. Это уже, это такие прям, они трикотаж, ну очень плотный.
Почему я как новый товар достаю и не знаю? Потому что что-то осталось одно, две, два штуки, да, поэтому я все не могу доподлинно знать, девчонки. Тоже такие плотные, мощные, хорошие брюки. Я вам показываю, что они не сильно тянутся. На 52-й они бананами, вы видите, да, прекрасно сядут. Цвет коричневый. У кого-то коричневая дубленка, коричневая куртка. Будет очень хорошо. Это тоже джинса. Тоже бананы, но видите, они со сборкой идут. И здесь я так подозреваю, что размер не маленький, да, до 54-го они садятся. Мощные, хорошие, цвет песок. Под песочную куртку будет прекрасно. Вот так. Делайте скрин, девчонки. Брюки всегда нужны. Эти брюки тоже джинса, но просто плотная, не тянется. Если кто-то носит, это 48, 46, 48. Но тоже обращайте внимание, девчонки, бананы. Девчонки, продолжая обзор, смотрите, это тоже джинса плотная, прям вот на осень прекрасно и даже на зиму. В черной расцветке тоже не очень большой размер. 48-50, смотрите, потому что он не тянется. И тоже бананчиками. Бананчики очень будут хорошо смотреться под ботинки, девчонки. На 1,70 м, если под высокие ботиночки, вообще великолепно. 48-50 черные джинса. Вот эти брюки, девчонки, тоже джинса. Смотрите, вот они до 56 размера. Но вот, предупреждаю, мощные. И видите, они какие? Они такие прям вот объемные, да? Цвет очень хороший. Вишня или бордо, да? Сейчас этот цвет рулит. Все это 2500. Уже я не повторяюсь. Вы все, я вам говорю, что все брюки стоят 2500. А эти брюки, девчонки, вообще класснючие. Здесь напыление такое, вот как с велюркой прям. Настолько плотная джинса и еще как вроде чуть-чуть напыление. Но смотрите, вот я в 52-м размере. 54-й вы наденете спокойно, но тоже бананы. Обращаем внимание, прикладываю специально, чтобы вы поняли, что это вот такие, да? Вот так идет объемчик. Ну, в принципе, когда объем... Вы знаете почему? Когда в облипку штаны, в них холоднее, чем когда чуть-чуть объемные. Потому что они, вы знаете, да, будут согревать лучше. Ну, хотя, казалось бы, это вообще летние. Сейчас не буду я их показывать вам. Совсем летние. Вот эти брюки, девчонки, смотрите. Это юбка-брюки с защипами. Они, вы знаете, они были дороже у нас. Они, наверное, остались только в двух расцветках. Такая зелень смазанная, да, ну, не яркая, как ближе к Тиффани. И сиреневая расцветка. Можно подобрать сиреневую куртку, которая у нас есть. И вот 2500, пожалуйста, на высокий рост. Потому что, видите, я почти от груди прикладываю. И длина какая? 2500, девчонки. Вот эти брюки. Сейчас я вам покажу, девчонки, хлопок. Но который можно носить сейчас и осенью. Это маленький размер, я вижу, 48-50. Ой, аккуратненький, песочный цвет. Дорого смотрится, да? С ремешком. 2500, пожалуйста, девчонки. Это производство Италия. Вот они. Здесь немножко присборенный, видите, верх такой. Они тоже у нас были дороже. 2500, пожалуйста. Эти даже подвернутые, вы видите? То есть на длину, на хорошую. Тоже 48-50. Я сейчас растяну, девочки. 52. Может, даже и 54, по вашим замерам. Потому что, девушки, спасибо вам за прекрасные отзывы. Я просто была поражена и польщена. Вот, всем понравился там мой внешний вид и товар, да, и ценник. Ну, вот, но возмущались, что размеры, я не успеваю. Просто, вы представляете, каждый брюк заглядывать, да, в каждую брючину, да. Вот, смотрите, тоже 52. Но имеют стреч, видите, да? 48-52. Тоже красивый цвет такой, бледно-серый такой, да? Ну, или светло-серый, я тоже уже бледная, да? Это такие сегодня Виктория у нас пришла. Прямые, в зелени. Тоже небольшой размер, 48-50, девчонки. Очень хорошо садятся брюки, просто изумительно. 2500. Так. Надо отделить. И вот эти брючки, большие размеры, девчонки, остались. До 58-го тоже хлопок со стречем. Но, вы знаете, здесь хлопок такой, довольно-таки
Он не тонкий. Вы смотрите, как они тянутся до 56-го, то есть 52 большие будут, 54, 56, где-то они вот так. Смотрите, какие прекрасные брюки, вот в двух расцветках. Вот, они тоже 2500, пожалуйста, девчонки, делайте скрины, и будем вам подбирать. Потому что я не знаю, а, и вот еще серые такие же, да. Я почему, вот, видите, вид, эти чуть поменьше, это 52 где-то, да, это мой размер. Тоже в сером цвете, здесь сделан как лампас, они очень хорошо садятся, просто изумительно. Мы уже их столько продали, что мы уже знаем. Вот такие, девчонки, брюки, это прямые. Видите, да? Размер махонький, чтобы все видели. Это на нашу золотую зарочку вообще. Видите, пояс маленький. Вот, длина, если кто-то у нас совсем дюймовочка, девочки, вот, что я всегда завидовала, когда девушка маленькая, стройненькая, худенькая. Вот, 42-44 размер, длину можно убирать. 2500, плотная джинса и еще красивый такой вот, прямые красивые брюки. И также само коричневой расцветки. Очень хорошие брючки. Вот, если кому-то надо маленький размер, welcome, девчонки, к Марго и Виктории. И Валерии, и Людмиле. У нас команда состоит из 4 человек. Это брюки карго. Ну, знаете, кто-то под куртку определенного стиля карго надевают, да, здесь вот только вот эти вот защипы. Я ношу в джинсе такие с защипами, они очень хорошо смотрятся. 2500, цвет хороший. Но их еще можно сделать кулиской, затяну вниз, они будут как бананчики, да. 2500, здесь небольшой размер, и стрейча здесь нет, девочки. Тоже 48 максимум, максимум, не 50, а 48. Они прям вот небольшие. Это тоже джинса. А, это и вот такие, как я вам показывала. Да. Просто они не рядом висели, как да. Вот эти. Это 42-44, девчонки, маленькие размерчики. Кто-то из женщин у нас держит фигуру. Вот, так что есть девочки небольшие, девушки у нас. Так, дальше плывем. Плывем дальше. Это тоже карго. Карго, потому что здесь вот защипы на коленях. Но они смотрятся особенно хорошо, вот как если строгие, вот черные, да, с черной курткой, с белой какой-то отделкой, тоже будет свежо, хорошо. Но на осень они подходят, девчонки. Здесь плотная ткань, и размер этот 48, не больше. 2500. Ну, я уже не повторяю каждый раз, кто любит светлое, даже зимой, как я. Я ношу все светлое зимой. Это я просто на самом деле. Это вот тоже карго, 48 размер. Ну, даже если здесь вы видите кулиска, да, и вы их надели, я сейчас вот вам, видите, вот максимум, что они растянутся, на 50 может быть, потому что они должны же все-таки красиво сидеть. Вот два таких прекрасных, прекрасных расцветок, да. 2500, девочки. Ну и перейдем на спорт. А что, спорт у нас всегда фаворит продаж. Ой, ну вот эти вообще бесподобные, девчонки. Они, ну, я вообще все люблю, что отделано вот таким звериным принтом. Наверное, что-то во мне есть такое, от предков осталось. Так, а вот эти двое, да, девчонки, больше их таких нет? Нет. Смотрите, лампас, видите, под леопард, вверх тоже, но они точно садятся до, нас сегодня Валерия одела, у них 125 по бедру. Так, это точно, я вам говорю, 2500, 125 по бедру, и эти тоже на 120, потому что они в размерах, я уже не буду там заглядывать. Смотрите, какие прекрасные брючки, и они полная длина, ну, под ботинки, под все, что вы хотите, под кроссы. Вот эти одни остались, это неопрен, но неопрен не тонкий, вы можете. Мне нравится, что у них защипы здесь, видите, красивые, они одни единственные. 48-50, девчонки, 2-52, 48-52. 48, говорю, за счет того, что кулиска, вы ее затягиваете, и все прекрасно будет сидеть на фигуре. А здесь они, видите, от бедра идут немножко, вроде широкие, но немножко закругляются вниз. 2500. На высокий рост, кстати, тоже будет хорошо. Дальше по спорту. Что мы имеем по спорту? Девочки, давайте будем заниматься все спортом. Но это такой спорт, который вы наденете под красивую кофточку, подвязанную кофточку, и можно превратить его почти, ну, не в классику, но, во всяком случае, какой-то романтик с него сделать, да? Или, допустим, толстовку вы подобрали. Показываю. 48, 54.
от 48 до 54 сядут. Спокойно, девочки. Я вижу сразу по объему, я имею в виду. Лишь бы, как я всегда говорю, когда у меня девочки спрашивают, лишь бы пролезла резинка через наше бедро. Вот. Дальше. Красненькие такие же, девочки, как коричневые. Все они 2500. Это немножко другие уже, я вижу. А, эти такие же, а вот эти другие. Потому что так сразу все и не поймешь. Ой, а эти вообще какие мягкие, девочки. Это типа, типа валяной шерсти, но это даже краше. Это как такой толстый спандекс, да? Смотрите, это на 56, спокойно оденете. Наверное, остались одни, это точно. Четверка, 54-56, великолепные, девочки. Кто, забирайте, кто хочет, потому что, скорее всего, они одни. Будете довольны. Потому что еще никто не был недовольный, ну, нашим товаром. Смотрите, ну, это редкий случай. Эти тоже, вообще, это суперские, девочки. Ну, эти 3000, они даже в распродаже. Смотрите, какие они, вы просто не представляете. Размеры остались 26, 42, 44, поэтому их 3000 мы поставили, и 27. В общем, 42 и 44. Больше размера нет. Запоминайте, девчонки, скриньте, делайте скрины. Вот. Хочу вас еще побаловать. Смотрите, какие штаны. Не знаю, вопрос стоял, дилемма, ну, как бы делать лайт на них цену. Девчонки, полностью на велюрке, в снегу валяться, на санках кататься, с внуками, с детьми гулять. Вообще супер, как они сделаны. Просто, девочки. Брюки очаровательные. Их осталось, наверное, вот это все, что висит. Девчонки выносят, да, вот видите. Здесь такие пальмы по бокам класснючие. 3000 они, девчонки, 3000. Это просто бомбически. А если вы сюда наденете свитерок, смотрите, тоже вот прям там розовая, да, или с голубым, свитерок 2500. Такой тепленький, уютненький. Смотрите, вот с голубыми. Вот, пожалуйста, 2500 и 3 брючки, 5500. И вы даже не замерзнете, я вам честно говорю. Потому что эти брюки очень теплые, они у меня уже есть. И под них также, сейчас, девчонки, минуточку, отвлекаюсь, поворачиваюсь к вам. Вот, и вот такие же точно толстовки тоже можете подобрать сюда. Ну и что, что внизу пальма? Львы же водятся среди пальм, так что тоже они по 2500. Смотрите, какой, ой, вообще. Вот все, что осталось. Мишки, львы и кто? Миша опять. Миша. В общем, вот это все, что осталось. Брюки до 54-го, эти тоже, девчонки, до 54-го садятся. В общем, изумительно. Так, еще у нас тут кучка брючек. Это... Как я говорю, в снегу валяться, с внуками, с детьми гулять. Потому что, сейчас Зарочка покажет, потому что это тоже внутренний флис. Помнишь, как мы всегда говорили? Это не просто флис, это велюровый флис. Да, это как, велюр. Это велюр, да. Внутри велюрка, хлопковая велюрка. Вот они, до 56 размера. Ой, нет, девочки, до 60-го, честно. Если мы замеряем вам, лишь бы прошла, я всегда говорю, резинка, а вы видели по бедрам, они мощные. Видите? Штаны просто, девочки, бомбические. 2500, вы нигде не найдете таких штанов по 2500. Ну, извините за сленг, ну, мы так все называем штаны. Вот они. До 60-го, пожалуйста. Замеры только бедра и пояс. И светлые есть, под светлую куртку. И пошли гулять, и пошли куда угодно. Вот они, девчонки, все прекрасны. Это немножко другие. Эти, наверное, без флиса. Да, это трехнитка. А вот эти на флисе, которые, видите, эти даже немножко по-другому сделаны. Но тоже теплые, это тоже хлопок. Сейчас еще дальше покажу вам. Вот, эту стоечку надо намокучить. Вот так. И вот такие. Это то же самое, что на флисе. Внизу оладинками сделаны. Эти, так как я вам показывала сейчас, попались. Вот такие тоже. Они оладин за щипами внизу, но они без флиса. Кто-то не любит, когда, знаете, тоже сильно там потеет. Но в холода, девочки, приходится нам такое надевать. Если кто-то долго едет, стоит на... А это флис такой, как пеленочка. Прям, ну, белые девочки вообще. Ой, я бы надела. Ну, эти... Я вам сказала, до 60-го, да, а вот эти
до 54-го. Одни единственные белые, но они продолжаем красивые. Наш обзор, девочки. Быстро, быстро показываю вам. Вот такое пальто осталось одно, 4000. Это альпака искусственная, большой размер, до 70-го. Вот эти пиджаки еще есть у нас, по 2500, девчонки. Вы знаете, они, это клубный такой, без застежек, в трех расцветках. Черный, кэмел и светлый. Маленькие размеры. 48, ну, максимально 48, ну, 50. Угу. Такая теплая рубашка, пожалуйста, до 54-го, девочки, 2500. Так, вот такая же тоже, только светлая тоже. Это утепленная, прям она теплая, хорошая рубашка, 2500. Вот такая вот красивая, как типа толстовки, да, но легкая такая, в смысле хлопок, 2500, пожалуйста. Вот такое пальто одно осталось, девочки, классное пальтишко на велюровой основе. Кто носит вельвет, под вельвет, классное, 3000. Пожалуйста, вот такая куртка классная тоже, девчонки, без капюшона, правда, джинса, под вот эти все брюки, которые у нас, 3000. Она утепленная, и утепленная нормально. Одна куртка осталась, осень, это где-то Крым, кто там носит даже, Сочи зимой, 3000. Пожалуйста, джинса, девчонки, размер до 56-го, пожалуйста, до 56-го, а на маленький размер, как овер. Такая куртка осталась одна, 5000, девчонки, она стоила 8500, валяная шерсть и лебяжий пух здесь. Или гагачий, или лебяжий, но, в общем, с пухом. Вот такие пальто, валяная шерсть, с капюшоном, девчонки, по 4000, пожалуйста, смотрите, с карманами, на кнопках, клевые, просто клевые, говорю, даже таким сленгом выражаюсь, потому что два размера до 54-6 размера. На мой размер тоже подойдет 50-52. Одно единственное пальто осталось, девчонки. Оно идет вот так. Такая модель на одной пуговице. До 54-6 размера. Ну, до 54-го не буду от 6-го. Садится очень хорошо. 3500, пожалуйста, девчонки. Классное пальто. Вот, кто хочет. Одно единственное в серой расцветке. Вот такая куртка, девчонки, на пуху. Двухсторонняя, мягкая, классная, вообще просто изумительная, 3500. Вообще вы будете довольны, кто купит, до 48-50. Так, еще вот такая куртка, тоже пух, пух-перо, девчонки, мягкая, маленький размер, 42-44, не больше. Одна единственная осталась, 3500, пожалуйста. Уютная, стирать можно. 66 размер, девчонки. Одна единственная, по-моему, может две. Смотрите, большая, двухсторонняя. Можете носить горохом, можете носить вот такой цвет бесподобный. Она такая, девчонки полненькие не хотят слишком толстая надевать. Пожалуйста, 3000. Одна единственная осталась, это Италия, девчонки, светлая, мягкая, вообще класснючая куртка. Пожалуйста, 3000 с капюшоном. Тоже я так раз на себя сразу. Мой размер 52. Спокойно наденете на 50-52. Вот такая яркость. Я тоже такую ношу. Она у меня есть. Стойка здесь большая, потому что у меня такие яркие штаны. Малюпусенький размер. 44-46 максимум. Ну, 44-й, девчонки. 3000, пожалуйста, с таким красивым манжетом. Это Италия производство. И вот такие остались две куртки. Они в размерах, девчонки. Пожалуйста, 3000. Это спорт и пуховыми такими вставочками, и футерфлис, понимаете, да, вверх. Очень классные, по вашим замерам, но сейчас не буду смотреть, девчонки, 3000, пожалуйста. Вот такая куртка, осталась одна, с капюшоном, теплая, это, можно сказать, зима, девчонки, 3500, пожалуйста, вязаный рукав. Рукав красиво сделан, 3500, и джинса, то есть комбинированная джинса и джинса, Зарочка. Вязаный. Да, там вязаный рукав, джинса и плюс еще балонька. Вот, наконец-то я вспомнила. Девчонки, и вот такие кофточки хочу вам предложить к тем брюкам, которые я вам показывала. Это просто шедевральные кофточки. Покажи, Зарочка. Это муха, всеми любимая. Мушки. Да, приятная. Она еще с лохматушками. Красиво сделана. Она, ну, такая вот простая кофточка, но за счет мушки, смотрите, какие расцветки, 2500, качество просто изумительное, когда вот Зара даже видит и машет, да, мягкие, девочки, просто класснючие, состав хороший, смотрите, черная, икрю, капучино,
светлый беж и серая. Размер до 54-го она свободно садится. 48-54. Но, девчонки, вы знаете, везде стрейч добавлен. И да, может быть, и на большую грудь она тоже прекрасно сядет. Вот такая 2500. Теплая, мягкая. Ну, кто любит такое шаловливое, знаете, в этих латочках, да? Пичворк стиль, капюшон. Ну, это альпака. Но она очень мягкая, девчонки. 2500, пожалуйста, до 54-го размера. Определяю на глаз. Вот. И вот такие. Это хлопок с рванкой, девчонки. Очень классные. Тоже до 56 размера. Вы знаете, да? Что это хлопок, он чуть-чуть там стречевая нить добавлена. Но они очень тактильно прекрасные. 2500, пожалуйста, девчонки. Расцветки две. Это толстовочки с вельветом. Карман такой полукенгурушный. Видите, вот с одной стороны только, да? Вот они классные, с капюшонами. По 2500 до 54 размера. Садятся прекрасно, мы знаем. Одна вот такая кофточка осталась. Одна единственная, но очень славная. Кто носит, знаете, тоже под рубашку, чтобы рубашка была здесь, там 2500. Вы знаете, да, на рукаве, когда выпускаешь рубашку, очень красиво. 2500, пожалуйста, вот такие еще есть у нас, может, пару-тройку. Под голубые юбки красиво, под белую юбку, под фатиновую юбку будет хорошо. Вот эти, девчонки, по 2000, пожалуйста. Это вот, я вам показываю, многие не понимают, что это, что я хочу, да? Это туника, но вы можете фиксировать. Вы видите, да, талию, а можете и не фиксировать. В растянутом виде ее тоже можно носить. Такой интересный принт 2000 до 54 размера. По прямой вы видите, да? Ну, 52 вообще идеально. Вот их две расцветки. Я вам показываю. Вот, не знаю, каких осталось больше. Вы спрашиваете у нас. Вот такая с капюшончиком, укороченный. Тоже леопардовый принт. Очень мягкая, тактильная. И капюшон. 2500, девочки, пожалуйста. Она, по-моему, одна осталась. 52 спокойно вы наденете. Красивая. Этих тоже, по-моему, две штучки осталось. Все, 2500. Одна с темным горлом и низом. И верх светлый, вы видите, да? Чем они отличаются? Расцветочки немножко другие. 2500 чистая шерсть, один остался. Маленький размер 48-50, максимум 52, но укороченный вариант. Смотрите, на 1,70 м я почти 1,70 м, 1,68 м я. И вот такой один единственный мягкий. Знаете, кто любит такой стиль? Особенно под джинсы очень хорошо, голубое с белым. Один единственный, он до 56-го даже сядет. Вот этот один остался, сам остался. Тоже 2500, пожалуйста, девочки. Вот такие маечки, девчонки, смотрите. Большие размеры, до 58-го они садятся. То есть 54-58, это кто носит? Жакеты. Пожалуйста, девочки, как они? Вы видите, да? Вот, майка всегда такая нужна, потому что кто-то даже на работу под жакет, под пиджак, под, ну, под такое что-то, где нужна майка, надевают. Пожалуйста, 1500. Вот такие спина база. Вот такой жилет остался один. Вы помните, я занималась, да, таким, да, товаром в стиле пэтчворк. Вот спинка база. Это под платье можно с двумя карманами. Пожалуйста, девчонки, 2000. Вот такой жилет. Пожалуйста, 2000. Тоже остался один. Это шерсть. Прямо она чувствуется, что шерсть. Всегда шерсть немножко пахнет, вы знаете, да, с шерстью такой. Классная. Под рубашку на работу, пожалуйста, 2000. А вот такие, у кого частный дом, девчонки, пожалуйста. У кого частный дом, это великолепно. Выйти во двор зимой, чтобы спинка ваша была в тепле. 2500, пожалуйста, забирайте. Очень классная. Сделана под козочку, да? Ну, такая, как стриженная козлик. Очень классная. Вот, вот такие, пожалуйста, девчонки, по 2000. Это, смотрите, водолазка бочонком сделанная. Вот, полу, у нее такой невысокая стоечка,
пожалуйста, по 2000, девчонки, забирайте. Их, наверное, осталось, может, вот это все, что осталось на витрине, я имею в виду. Вот такие классные пианинки, легкая, потому что, я же говорю, если затопят, уже все будут искать что-то легкое. Такой цвет хороший, хаки под любые наши брюки. Ну, вы сами даже будете смотреть и сами в уме уже компоновать. Ага, вот эту кофточку. И вот эту, допустим, эти брючки. И вот под эти брючки, у кого большой размер, девчонки, пожалуйста, в распродаже они были 6500, 4500. Жилеты берите для работы, великолепно смотрится. Кто учителем работает, это вообще изумительная тема. Всегда, во-первых, скрывает наши жирки по бокам, да, вы одели, даже в распашку. Вот в таких расцветках, девчонки, я не знаю, эти двое одинаковые, нет. Разные. На тон отличается. На тон отличается. Да. Зарочка все видит, видите? Да. 4500, девчонки, против 6500. Пожалуйста, размеры по вашим замерам по груди, но там большие размеры, 54-56. Вот такой жилет остался один. Здесь сверху джинса и вот такое кружево по низу. Вы видите, натуральное кружево, классное кружево. Вот сзади разрезик, кармашки спереди. Пожалуйста, 2500 в черной расцветке. Хорошо будет с белой рубашкой, вы знаете, черная расцветка. Вот такие две жилетки. Я ношу такую в пудровой расцветке. Тоже класснючая, девчонки. Это такой стиль романтик. Даже, знаете, летом очень хорошо на футболку. Когда чуть-чуть прохладно, вы раз надели. 2500, пожалуйста. Замеры по вашим замерам. Ну, на 52 она садится прекрасно. Я имею в виду под застежку. А также можно их и не застегивать. 48, 50, 52. Вот такой жилет, девчонки. Маленький размер. Точно как на нашу Зарочку. 42-44, девчонки, 4500. Почему под целлофаном? Потому что светлая расцветка, шелк, тяжелый шелк, классная. И еще вот такая заманушка здесь, видите? Ну, так одевается. Пожалуйста, тоже они стоили 6500. Это махонький размер. И вот такая водолазка. Кстати, вот эту водолазку, девчонки, она интересная, она тянется, видите? Ее можете вот так компоновать, да, и джинсы, и вы будете выглядеть очень хорошо. Это на самом деле водолазка 2000 и вот такая 4500. Пожалуйста, девчонки, жилет такой, вот такая, вот такой. В общем, мы склоняем уже все подряд. Когда много говоришь, да, ты иногда себя не контролируешь. Девчонки, по 2500, наши любимые кофты двухсторонние, вот так показываю, видите, одна сторона светлая и темно-серый, 2500, это Италия, это все натуральное. Кто сомневается, могу показать вам этикетку. А, это попалась другая. Это большой размер, фирма, по-моему, Лара. Видите, огромный такой размер, до 58-го. Тоже такая мягкая-мягкая. Это как у нас костюмы рыбки, вот этого качества, девочки. Это Италия. А вот эти это двухсторонки я вам показывала. А, опять такой же цвет, по-моему, да? Да. Теперь кэмел со светлым, видите, спинка светлая, и кэмел. Ну вот к этой юбке тоже пойдет, да? Очень хорошо. 2500. Кстати, размеры, я вам не сказала, да? Тоже 48, 50, 52, 54 по вашим замерам. Вот. Всегда говорю, 54 будет по фигуре, да? Вы понимаете? И вот такой песок, и сзади темный песок, тоже красиво смотрится. 2500. Вот такая мне очень нравится, девчонки. В хорошем качестве. Здесь свитерок. Но с кружевом. 2500, пожалуйста. И цвет прям такой красивый. Девчонки, вы же можете компоновать, я же говорю, с этими нашими всеми брючками. Вот такой, пожалуйста, 2000 полосатка. Один остался. Вот он. По-моему, да, Людмила, один? Ну, у нас все знает Люда. Так, эти все, девочки, по 2500. Это очень хорошее качество, могу вас заверить, это Италия. Мягкие, такие классные, тактильные. И вот можете подбирать, компоновать, девчонки. Сейчас этот цвет фаворит вообще продаж, тем более с серым цветом. И поехали дальше. Что, куда мы едем? Мы едем к Новому году. Даже можно и на подарки. Это вещи все хорошие. Рубашка, смотрите, вискоза с хлопком. Классная, класснючая, класснючая. Уже две ушли в мой гардероб, потому что они с брюками великолепно. 2500. Вот такой цвет розовый и цвет
Лимон, да? Очень красивый. 2500, пожалуйста, до 54-го размера. Так, девчонки, продолжая показ, показываю вам нарядку, пожалуйста, девчонки. 48-50, максимум 52 в расцветках, в разных моделях. Это вискоза с атласными отделками. 2500, пожалуйста, вот она. И в коричневом тоне, любом. Это, вы помните, они у нас были по 4500. Вискозка интересная, тоже нарядка. Их вот осталось две штуки. 2500, пожалуйста, девчонки. Вот такая с атласными рукавами комбинированная, 2500. И вот такая, вот это моя любимая. Ну, я не знаю, я все люблю-то. Блестит, да, горит. 2500, девочки. Ну, цвет просто. И вот такой хлопок. Это, знаете, для девочек, кто любит романтик, небольшой размер, до 48-го, ну, максимум 48 они. Хлопок, девчонки, классные, классные. Как я говорю, в цаточку, да, такие интересные, 2500, вот такие две модельки. И вот все, что осталось, девочки, показываю. Это вот одна осталась, 2500, с таким красивенным рукавом. Водолазка с горлом, который не сильно давит. Вот вперед, да, все верно. 2500 до 54-го размера. Вот, интересная. Эти два, по-моему, тоже остались. Может, не знаю, есть они. По 2500, пожалуйста. Но это не меринос, девочки, не путайте. Это немножко другие. Так. И вот эти свитерки, это все, что осталось. Вы знаете, да, в предыдущей распродаже они были. Но вот это все, что осталось, девчонки. Мягкие, классные, 2500. Это пальтишко, девчонки, смотрите. Кто-то еще там, я не знаю, может, в Сочи, там, я не знаю, где-то в теплых краях, потому что оно на подкладке, оно путевое, хорошенькое, девчонки. 3500, пожалуйста, они тоже были, по-моему, 6500. 3500. И вот такие кофточки. Осталась это одна, неопрен, приятная, приятная. Маленький воротничок, обрезной просто. И вот такая с длинным рукавом, эти по 2500, девчонки. И вот такая хлопок с длинным рукавом до 54 размера. Вы видите, да, она не маленькая, просто простая. Хлопок 2500. И та-да-дам, Новый год. Один кардиган остался. Вдруг кому-то надо скомпоновать к Новому году, но это маленький размер, 46-48, вот такой пиджачок, блестящие юбки, девчонки, красивой, однотонной, можно таким же с переливом. Ну, когда вы будете встречать Новый год, вы видели, с нашим Дедом Морозом и с нами вместе, мы все поднимем бокалы, и вы будете блестеть всего лишь за 3000. И на этом, девчонки, первую часть хотим завершить. Спасибо всем за просмотры, за заказы. И, естественно, каналу Садовод ТВ низкий поклон. За комментарии, которые поднимаете настроение Марго. Да. Спасибо вам. Да, Зарочка всегда отвечает. Я следом за тобой иду. Да. Я всегда всем отвечаю. Спасибо вам, девчонки. Всем счастья, удачи, здоровья. Самое главное здоровье. Его не купишь. Приходите к нам, приезжайте, делайте заказы. Мы все отправляем. Команда у нас ух. Спасибо. Пока-пока.